Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами Зипа, и сегодня мы продолжим проходить Ghost Runner. В прошлой серии была просто жесть. Другим словом не назвать. Я надеюсь, что в этой серии будет немножко попроще, но хоть какое-то должно быть разнообразие, а то все жесть, да жесть, жесть, да жесть. Погнали. Ох уж эти лифты, они ни к чему хорошему не приводят. В прошлой серии нужно было... О, мы в город вышли. Смотрите. О, какой... Вот он какой, вот он. Mara strictly controls the flow of resources between the city and the base. Food, water, people. Так, здесь несколько непривычные архитектуры. Так, там какой-то козел еще на дальнем расстоянии стоит. Немножко непривычные предметы взаимодействия. Ой, отлично, молодец я. А, хорошо, что сохранилось. И нужно как-то немножко к этому привыкнуть. Я не ожидал, что я к нему присоединюсь вот так и поеду. Our next goal is the repository, the data archive created to store knowledge about the world before the burst. Data archive created to store knowledge about the world before the burst. It holds some of the documentation on Project Ghost Runner. Just some. Only on what was already in development back then. Почему они всегда говорят тогда, когда происходит какой-то паркурный анал, блин, не знаю. Кто там был? А, это хреновина. Прикольно. То есть я на ней пролетелся, наверное, несколько незаконно, да? Блин. Окей, хорошо. Мне на них, на обеих надо как-то запрыгнуть. Потому что вот. У девушки добрые намерения, но слишком скромные способности. Тебе надо перестать полагаться на нее, я полагаюсь только на себя. Что это такое? А, ясно, это гиперпрыжок. Там еще какой-то хрен стреляет. Не зря ли я его пропустил, а? Понятно. Мне вон туда и вот сюда надо. Зачем прыжок здесь? А, вот здесь. Нет, не здесь. А где? У них где-то шар стоит здесь защитный. Вон там он стоит, ясно. Очень интересно. А, это же автоматчик, блин. Блин, он даже на шифте попадает очень хорошо. Скотиняка. Нет, надо его первым выносить. Потому что этот, по сути, это не такой... опасный. Вот и все. Автоматчик очень хорошо попадает, даже будучи... Это вообще жесть, ребят. Это, блин, фейл века. А, отлично, да, точно. Почему так получилось? В забор уперся.
Есть. Теперь вниз. И вот к тем двум. Автоматчик и обычный стоит. Потратил скачок, но ничего страшного. Until today we thought we were ready. What were you waiting for? You. We thought once you awakened, you'd lead us to victory. Help us break free and avenge the architect. I'm touched. Мне так нравится, что наш главный герой, я так понимаю, ну, если не на 100%, то практически полностью сделан. Наведите курсор на объект, который хотите взломать и нажмите... А, да, кстати, я же совсем забыл про эту фигню. Он очень безэмоциональный. Ввиду этого. И ты думаешь... Что и куда? Я что-то не понял. Хорошо. Раз. Два. Окей. Понятно. Я не сразу заметил эту штуку. Там типа пластины какая-то. Надо как-то раньше в нее попасть, что ли. Так. Это что за прикол? Подожди, подожди. Отсюда я не достаю. Здесь я просто не допрыгиваю. Вон оно чё. So, what's your plan to defeat the Keymaster? I mean, last time you faced her, you were one of 100 ghost runners. How do you know that? My father. I was only 2 when the coup happened, but he told me all about it. So many died back then. With all the ghost runners gone, there was no one to protect us. Я уже, с вашего позволения, не читаю их болтовню, потому что я просто-напросто не успеваю. Хорошо, а как тебя обратно развернуть? Там, я повернул эту пластину. Для того, чтобы смочь перепрыгнуть, допрыгнуть. Вот сюда. Нет, спрыгивать не надо. Подожди, чё... Подожди, чё за херня, блин? Я понял. Кажется. Тут, блин, еще головоломки надо порешать. Или нет? Я просто сейчас... ясно. Ты, блин, недоразвернул. Вот так. Обратно. Вот. И сейчас здесь право, лево, право, прыжок. Опа, она меня не видит, да? Понятно. Кто еще стреляет? Хорошо, окей. Так. Тут что-то выясняется. Я когда пройду игрушку, я, скорее всего, сделаю на нее коротенький обзор и объясню, что да как там вообще-то на самом деле произошло. Потому что весь всю сюжетную линию так очень... Скотина ты. Всю сюжетную линию можно и не понять, кто в меня попал. Я не понял, кто в меня попал. Ну и какой-нибудь коротенький сюжетный обзор или там... там этот робот.
Да блин, это что за херня? Там был робот, который... Блин, так обидно. Надо попробовать сразу. Нет, не получится так. И так тоже не получится. Вот так получится. Дядя, не надо. Твою мышь. Я не ожидал, что это автоматчик. У них, блин, стойка другая несколько, чем у того, кто с пистолетом. Зачем я просто спрыгнул? Кто ответит? Вот эта волна, кстати, тоже... Она хорошо достаточно достает и быстро летит. Оу. Да твою мышь. Прикиньте, да? Я в замедлении, и он при этом... умудряется все равно попасть. Зря я на него, конечно, потратил. Скачок восстанавливается, кстати, если помираешь. И при этом он тоже, он еще и набирается, когда помираешь, но... So, back to my question. It's not that I doubt you, but are you sure you can take on the Keymaster by yourself? No. Куда мне идти? Короче, скачок накапливается даже если помираешь. Но если ты его использовал и при этом помер, все равно он остается накопленный. И это может быть от уровня сложности, конечно, зависит, я не уверен. Но это факт. Блин. Я рассчитывал, что я попрыгаю дальше. Гораздо проще, кстати, я заметил, уклоняться вправо. На шифте имеется в виду. О, я куда-то свалился, вообще даже не понял. Вот эти воздушные цели, конечно, очень хреновые, они неудобные. И вот этот вот ближний, который ни о чемный, вообще просто от него увернуться 6 секунд. Он меня вынес. Это вообще несправедливо. Да как так у меня получилось, что я... Что? Там еще кто-то был? Не понял. Кто там? А-а-а. Там же вот эта хреновина еще. Он не будет стрелять в меня. Фу, блин. Конечно. Да зачем? Ну что ты делаешь?
Понятно. Да. Не надо как уделать, а? Ну, ты прыгать будешь, идиот. Вот так. Вот и все. Просто аккуратнее надо быть. Это ужасно. Идеальное общество погрузилось в хаос. Десятилетия моего труда уничтожили. Или что-то он такое сказал, и это очень было быстро. И... О, конец уровня. Блин, 18 минут. Я чувствую жопой, что следующий уровень будет... неприятным. Посмотрим, сколько. Вроде немного смертей было, штук 30, наверное. 52? Когда я успел? The Harma City. Продолжить. Ничего не нашел, никаких секреток, никакой фигни, ничего вообще. Я думаю, что Ghost Runner где-то надо минут по 30, по 40 запись делать. И комфортнее смотреть, и... монтировать потом легче, заливать. Восприятие у ролика другое. Это вот Baldur's Gate 3 никак не сократишь, к сожалению, потому что там, ну, чаще всего только тупники какие-то можно сократить. Это кто? А, нифига себе, это по типу такого, как я, что ли? О, класс, я за текстуры провалился. Пока! Ух ты, блин, еще и на японском что-то говорит. А как его убить вообще? Может, нахрен он мне нужен? Стой! Там, кстати, на русском написано было. Почему? Да гореть тебе в аду. Тьфу ты, ё-моё. А, опять такой же. Может, они мне нафиг не нужны? Че я их... я убивать буду? Ага, здесь два таких. Прикиньте. Они какие-то чересчур мощные. Я прям... я даже не знаю, как... попасть по ним. До свидания. Всего хорошего. Ой. Ах ты говнюк. И не зацепился. Интересно. Все-таки убить их можно каким-то образом, да? Ну зачем? Ну, против двоих мне как-то не очень хочется биться.
А, кстати, может быть их просто... Ладно, до свидания. Приятно было познакомиться, но... Это не точно. Так, сохранение произошло, это меня радует. Здесь есть лево и право. Есть ли разница в этом? Воу-воу-воу. Подожди, подожди. Там автоматчик сверху, понятно. Попробуем с этой стороны. Ясно. Мне не ясно, куда надо... А, блин, там... Это не автоматчик был. Это хреновина летающая, которая... Понятно. Да, раз падает, так значит, с, это, с разгоном. Угу. Ну, промазать тоже надо уметь. Ты прикинь, а? Я тут такие финты делаю. Ну что ты сделал? Да. Короче, по правой стороне он автоматически перецепляется, а здесь он решает, что... Он долетел. Да... Не, что-то надо по-другому делать. Твоё-моё, да что ж такое-то? На эту хрень надо вот так вот. А, тут еще один. Дядь, иди нахрен. А, пока я его не грохну, короче, не откроется. Как его убить? Повернуться-то легко. Опа. Ушел. То есть... Короче, получается, что его нужно таких подобных, понятно, к краю доводить. А кто попал в меня? Тьфу ты! Иди сюда. Готов. Еще один. И со щитом один остался. Ну, в смысле, уже не остался. Так, я не понял, куда идти-то вообще? Тут еще какие-то две цели. Не убивай меня, я здесь ни при чем. Да и не собирался. Куда идти?
Так, ок. Хорошо. Идем сюда. Стой, 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 что ты делаешь? Нам надо повернуть сначала. Там крючок дальше. Окей. Блин. Класс. Да, будем агрессировать. Сволочь. Не надо. Кто-то тут еще есть, да? Дядь. Ах ты, говнюк. Взял, спрятался. А не надо было прятаться. Фух. Я смотрю, точки красные постоянно на карте присутствуют. А они... вражеские или нет? Что-то не понимаю. I've been trying to make it happen for a year. Thank you. Words only dull ideas. A mind as sharp as a blade has little to gain from idle chatter. Немножко приловчившись, в принципе, можно их достаточно быстро убивать, и они не такие... Ой-ой-ой, ну тут я прям прыгнул ему под выстрел. Там робот? Да что ты сделал? Ну зачем? Это капец. До свидания. Опа. Вот тут еще один, который у меня прям про... Там такая неудобная стена, он зацепился, получается, за нее. Надо вот с этой. И там... Ой, блин. Я не знал, что там еще один робот. Тут, короче, как я говорил уже однажды, и, по-моему, каждую серию повторяю, что пока... Всех врагов не спалишь, черт. И не поймешь, кто где стоит, какой там враг. Сложно будет пройти. Вот, например, вот этот вот момент. Что, и как его пройти? Значит, что? Значит, у меня вариант один остается. Скачок оставить. Да пошел в жопу, блин, хватит делать такие неудобные выстрелы. Да, на последнего робота нужно скачок оставить, или ходун, как его там назовешь. Опа. Не надо. Поберегите силы.
Вот так. Has everyone in the city willing to fight already been killed? Or join Mara? Так. Сохранение же было, я что-то не обратил внимания. Надеюсь, да. Эй, говнюк. Я вот думаю, может быть, просто надо попасть в него несколько раз. Сколько раз я уже попал? Да, блин, автоматчика еще тебя, блин, там не хватало. А, я понял. Короче, надо в момент удара, его удара причем. В него попробовать попасть, вот. Да твою мать. Там еще какой-то хрен. Вот. И тогда он, получается, что становится уязвим. Дверь вот здесь открылась, здесь никаких ничего, ни книжек, ни... Ха, прикол. А. Надо его выманить сюда. Ну. Вот, видели? Получается, в момент удара нужно подугадать. Так, вот не надо этого делать. Мне почему-то кажется, что я ее зря сбил. Вот прям такое стойкое, стойкое. Ха, да. Хорошо, а есть другой путь? Вон ту штуку можно как-то повернуть. Потому что она сразу агрессировать начинает, эта штука. Опа! Визуально кажется, что игра не коридорная, на самом деле она очень даже коридорная. Какая-то мразь там еще стреляет позади. Ух ты. Какой страшный. Пасуй! Пасуй, говорит. А, все, пропустил. During the architect's reign, it was possible to move up here from the base. That there was a special exam to earn it. I wonder if I'd made the grade as an engineer. Definitely. Judging from the job she did, judging from the job she did repairing you, not in 100 years. Ну, кое-как допрыгнул, блин. Все, спасибо, до свидания. В ваших услугах мы больше не желаем. Не нуждаемся. Хотел красиво пошутить, сумничать. Ничего не вышло. И все, что ли? А, еще кто-то стреляет, не вижу. А, вот видите, как долго длится то, что я использую это умение.
Я для этого взял вот эту штуку. Вот. Бонусы от линии киберсвязи длятся намного дольше. Это, видимо, и есть киберсвязь. Если бы я еще все читал. И, блин, ничего бы не пропускал. Но, наверное, бы знал. Вот такие вот дела. Так. Этот, блин, автоматчик каждый раз не вовремя где-то, знаете, находится. Не понял. Как? Взять, накопить скачок. Смертями. Ну, это же некрасиво. Представляете? Я вообще себе ни разу не представляю, если человек... Ну или создание, какое-то существо так сильно замедляется, то есть для нас оно будет выглядеть как бы ускоренным. И на такой скорости взять, выстрелить и попасть. Это что-то как-то из области фантастики. Но с другой стороны, мы в киберпанк пространстве, да? Опа. Вот и все. Как я и говорил. Просто не хочу заморачиваться и тратить уйму времени. Иди сюда. А ты постой, подожди. Ай, блин, как красиво было все это дело сделано. Ой. Зачем? Может, пускай они там и остаются? Здесь вот открыто, чё? Кто-то целится в меня или что это такое? Опа. Это уже какой-то новый враг. Что это было? Не пойму, откуда целиться и куда бежать. Что? А, наверху какая-то дрянь стоит. Why did you program me not to use guns? Dharma is full of technology that is all too vulnerable to accidental destruction. With a blade there are no stray bullets, no shockwaves, no collateral damage. Not to mention how crude those guns are compared to your tools. You are fully equipped to deal with every manner of projectile. You've never been in a fight. Of course not. Если вдруг не читали субтитры, наш главный герой спросил, почему, говорит, в меня, то бишь в него, не заложили навыки стрельбы. А этот архитектор сказал, что... Оружие примитивно, слабо, хрупко, а вот меч нет. И навыки твои очень крутые, типа. Ай. Понятно. Непонятно. Он вот здесь прям стоит. Не надо делать гадости. Look at their weapons. 20 years worth of research and no technological progress to speak of. At this rate,
Tomorrow's regime will fall to rebels in a decade or two. Ones armed with sticks and stones. Куда идти? Туда, что ли? Ясно. Я так понял, что это город, был же катаклизм, да, какой-то. И этот город вмещает в себя вообще все культуры, расы и народности, наверное. Ну или большую часть, потому что тут надписи есть и на китайском, и на японском, и на английском, и на русском. There's some activity near the repository. I can't tell what's going on, but there's a disturbance in the network. What kind of disturbance? There's a field of interference moving through the district. Surveillance systems are going haywire. Some kind of weapon? More like a jamming device. But why would the keys blind their own cameras? Может быть, это наш союзник какой-то? They're almost at the repository. Нам наверх. I wonder what it was like to live in the old world. I've heard stories, but I don't know what's true and what isn't. No one does. I mean, how could they? No one does. I mean, how could they? My grandparents were still kids when the gates closed. No human has been outside since. Иногда очень важные вещи они говорят. Фу ты, блин, да что ж такое-то? Где эта хреновина? Так. Сейчас здесь определенно какого-нибудь мудака надо ждать. С снайперской винтовкой обязательно. Или какой-нибудь робот, который сносит своим щитом всех подряд. Ага. The interference is moving away, whatever it was. The good news is, the good news is, the repository terminal is still there. The bad, it's now guarded. Там были какие-то хорошие новости, я их прослушал. Плохие новости то, что это дерьмо охраняют. Да блин, ну тут я уже тупанул. Как я говорил в одной из серий, со временем вот в таких резких играх потом просто тупо притупляется скорость реакции. Ай. Отлично. О, это хреновина еще здесь. Не долетел. Ай. Снова. Слушайте, а может быть я такие штуки пропустил где-то? Найдено фрагментов 0 из 13. This to protect a public archive. Knowledge is power. And the information we're after was anything but public. Вот эта музыка мне, знаете, что напоминает? Unreal Tournament. And ended up being our most ambitious undertaking. Our. Почему-то. Там тоже такая похожего стиля музычка была. I told you we were associates. Strange. It's gone. The data's not there. But the server's intact. Impossible.
Unless that interference from earlier was... Get after it! На этом, пожалуй, закончим данную серию. Она достаточно длинная получилась. Конечно же, я немножко для вас сокращу, для удобства. Я ценю своих зрителей. Всем, кто досмотрел до этого момента, большое спасибо. Всем, кто не досмотрел до этого момента, все равно большое спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всех обнимаю, берегите себя, не болейте. Пока-пока.